Прибыв по указанному адресу в район дома номер 46, сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Тойота» наехал на пешехода, а 32-летняя женщина передвигалась по обозначенному пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель иномарки, 27-летний сочинец, остался на месте происшествия. Предварительная версия ДТП – это нарушение правил проезда пешеходного перехода водителем «Тойоты».